А знаете ли вы, что такое гейзеры? Как гласит наука, это периодически фонтанирующий источник, который выбрасывает на земную поверхность струю горячей воды и пара. При извержении из-под земли со взрывом и грохотом вылетает огромный столб кипящей воды, окутанный густыми клубами пара, рассыпаясь на высоте до 80 метров. Фонтан бьет некоторое время, затем вода исчезает, клубы пара рассеиваются и наступает состояние покоя. Но некоторые гейзеры выбрасывают воду совсем невысоко, или только разбрызгивают. А есть источники, похожие на лужи, в которых вода кипит пузырями. Эти горячие ключи – один из самых красивых явлений природы, последние отголоски грозной вулканической деятельности планеты. Периодичность их извержения – от нескольких суток до 2-3 лет. Большее количество гейзеров находится в Исландии, на Камчатке, в американских кордильерах и Новой Зеландии. Небольшие одиночные источники встречаются и в некоторых других вулканических областях. В Исландии при помощи гейзеров обогревается 95% всех домов, тепличные хозяйства и дороги. В перспективе рассматривается возможность закачивать холодную воду внутрь пород и получать нагретую для выработки электричества. Само слово в переводе с исландского «гейза» означает «хлынуть». Делись этим видео со своими друзьями. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующее видео с коктейлем знаний.